выйти в прямой эфир или стать ведущим новостей, а еще попробовать себя в роли оператора или монтажера. Ученики Курской школы посмотрели на телеканал «7» изнутри. Кому-то эта экскурсия помогла определиться с будущей профессией, а для кого-то стала своеобразной минутой славы. Сегодня у нас в гостях знаменитая художница Алина. Здравствуйте, Алина. Конечно, не прямой эфир, но очень похоже на то. Под руководством ведущих телеканала «7» ребята уютно расположились в студии и попробовали, как это – интервьюировать под прицелом телекамер. Кстати, удалось школьникам заглянуть и в видоискатель. У этого парня явно талант оператора, а у девочки – задатки оратора. Столица Александр Михайлов встретился с патриархом Московским и всей Руси Кириллом. У четвероклассников есть еще немало времени, чтобы определиться с будущей профессией. Несколько ребят уже сейчас заинтересовались телекухней, хотя к себе отнеслись с разумной долей критики. Я думаю, ведущие сталкиваются с проблемами, но в данном случае я просто не знала, что мне спрашивать. Сначала я не знала, на какую тему, потом не знала, что мне спрашивать. Постоянно запиналась.